движения у этого полузащитника, и частенько он как раз оказывается в тех эпизодах, в тех моментах, когда нужно привести себя в единоборство. Вновь Микитян с мячом, и это удар в дальний угол. Находит все-таки Корчагин Миткинкина. И 1-0, Мегатитан выходит вперед. Да, вот здесь вот хорошо разыграли этот угловой, как показалось, вот чуть-чуть не доглядели здесь за Корчагина, слишком много ему свободы дали, конечно же, он тут же развернулся и убрал своего оппонента, ну и покатил как следует, да, как раз-таки на центр штрафной площади, ну и там я Микинкин на эту передачу откликнулся. Ну, видимо, до упора будет Александр пытаться бить эти штрафные. Вот, ну, какой-то уж должен получиться этого Александра. Ну, и вот удар, и, наконец-то, гол, да, в исполнении Александра Куксова. Но нельзя, наверное, столько давать, пробовать, да, бить. Рано или поздно, понятное дело, что Куксов попадет, да, по воротам. Ну, и вот сейчас в обод стенки Куксов ударил. В обороне играет Куксов и Алборов, которые могут даже и в центре обороны сыграть, не говорю уже о центре поля. Корчагин, прострел на дальнюю. И, по-моему, даже не потребовалось там помощи Михинкина, чтобы им снаряд влетел в сетку ворот. Да, как... ну, сейчас мы, наверное, повторим. Укинемся, все-таки это голевое действие только за Эриком Корчагином, а Микиткин так чисто постраховался его нападающего, если бы там, может быть, мимо штанги мяч катился. Давайте еще раз смотрим. Ну, здесь просто вопрос, как расположаться, да, то есть кто будет ассистентом, а кто будет автором забитого мяча. Корчагин бьет, и Микиткин, нет, все-таки мимо мяча.